Вадиме Барсук на канале Фортуна. По просьбе кладоискателей повторяюсь с такими вот топами тест на кладик царских монет. Здесь у нас их 15 штук на глубине 45 сантиметров. Гвоздь у нас в грунте, вот здесь засунут, и я буду его вынимать. Итак, начнем с Nocta Amphibium. Программа 2 тонна, потом 3, 4 тонна, 5 тонн, 99 по очереди. 2 тонна программа. Гвоздь над кладиком. Чистый черный. Медленный черный. Программа 3 тонна. Быстрая, но не разделяет. То же самое. 4 тонна. Чистый черный. 5 тонов. Чистый черный. 99 тонов. Чистый черный. Глубина. Не разделяет. Ну, кладик это статика. Оно здесь нас не интересует. Теперь вынимаем гвоздик. Вынимаю гвоздь. Ложу его сюда. Прохожусь по программам. Глубина программы. 90, 69. Программа. 99 тонов. Программа 5 тонов. Программа 4 тонна. Программа 3 тонна. 2 тонна. Следующий прибор. Итак, надежда на эквинокс на мультичастоту. Пробуем. Гвоздь у нас уже здесь. Поехали. Программа поле 1. Нету. Поле 2. Чистый черный. Что за задница? Так. Это парк 1, парк 2, извиняюсь. Теперь поле 1. И поле 2. Зайду в настройки. Ферм 2 на ноле. Вот такая вот задница выходит. Не знаю почему. Грунт 48. Изменение частоты ничего не дает. Но обнаружил еще одну проблему. Может, зря гвоздь засовывал. Вынимаю, ложу гвоздь. И идем этими программами. Глубина-то хорошая. Ой, это не туда зашел. Вот. Смотрите значение глубины. 22, 23, 24. Ну, средняя постоянно 23. В принципе, на нем я и делал. Выхожу, иду к цели. Видите, какие значения? Без гвоздя. Плавающие. Это в поле 2. Парк 1. А парк 1 медяки бросает в черный. Парк 2. Это уже фантома на телефон, наверное. Ну, здесь пополам. И поле 1 в черном. Ну, такие сигналы я бы не копал, но на всякий случай я еще покажу вам. И скоростя, и отстройку. Чистый черный. Там нету никакого гвоздя. Гвоздь вот у нас. Ну что ж, следующий прибор. Не знаю, что показателями эквинокса накладик, но, скажем так, не порадовал. А теперь возьмем сигнум. Теперь АК сигнум, режим металломусора, это именно тот режим,
который способствует хорошему разделению целей этим прибором. Выходим отсюда. Гвоздь. Ноль. Включаем. Ну, с другой стороны могу показать. Дальше захожу, выбираю режим. F. Второй. Выхожу. Чистый черный. Вынимаю гвоздь. Беру прибор и проверяем. Плюс 87. Наверное, по VDI самое правильное значение. И видите, показывает, что черного практически нету. Ну, берет самый притык. Турок, может, брал и выше, вот где-то здесь я водил, да? Но еще и сигну, может, можно разогнать. Ну, скажем так, по высоте сигнала лучше амфибию. По разделению провалились все приборы. Гвоздь заблокировал кладик. Что касается непосредственно глубины, ну, наверное, больше всего в амфибию, хоть он не славится на этот кладик.